Еще я хотел бы сказать о Евгении Степановиче Савченко. Я вот не знаю, как мы еще подумаем, надо нам многим из нас, у кого нет еще поместья и кто ищет землю под поместье, просто взять и поехать на экскурсию в Белгородскую область. Поехать, чтобы посмотреть, как там живут вот эти поместья. Знаете, в некоторых местах говорят, вы вот там земли сельхозназначения, строите на них какие-то постройки, это недопустимо, подают на людей чуть ли не в суд. А в Белгородской области поступили мудрее. Там говорят, вот если вы в течение 5 лет не построите тот дом, значит, вы на этой земле временщики. Значит, вы не хотите на ней обосноваться. И мы будем принимать какие-то меры. Значит, вы хотите спекулировать, и мы будем принимать какие-то меры. Совсем другое отношение. И еще что я почувствовал. Я вот был там на митинге и говорил, в Белгородской области. Ну, представляете, вот люди привыкли, все люди, что приходят на митинг, оппозиция что-то такое говорит там, против, выступает, мы не можем диалог наладить с властью и так далее. А ну тут люди пришли, они не собираются ни против кого выступать, но единственное, что они выступали против того, чтобы Госдума принимала закон о родовых усадьбах, а не о родовых поместьях. Ну вот пришли люди на митинг, да? И пришла администрация на митинг. И вышла вместе с людьми на сцену. И представляете, там есть диалог между людьми и администрацией, правительством края. И большая-большая заслуга руководителя в этом регионе. И не зря сегодня президент говорит, что будете отвечать руководителям региона. Будете отвечать, если у вас будут происходить конфликты. Почему в Белгородской области с родовыми поселениями нормально? Люди благодарны администрации, с глубочайшим уважением отзываются они. А в других регионах какие-то конфликты. Представляете, если в других регионах у них конфликты с родовыми поселениями, людьми достаточно лояльными, спокойными, желающими работать на земле, то и другие конфликты будут обязательно в этом регионе. А если нет в Белгородской области никаких конфликтов, а наоборот, понимание, согласие. В общем, я предлагаю обратиться к правительству Белгородской области и лично Евгению Степановичу Савченко, губернатору Белгородской области, оказать всестороннее содействие в проведении следующего фестиваля в городе Белгороде. Принимается.